Трансформация и логистика – основные акценты международного форума «Деловой климат в России». В современных реалиях приходится находить новые пути решения проблем, но это только помогает развиваться. Новый логистический маршрут от Волги прямо к Каспийскому морю позволит доставлять грузы из Ульяновска в Иран быстрее. В рамках форума подписали меморандум о сотрудничестве. Безусловно, развивая сегодня наши новые логистические каналы, такие как Средняя Волга, Энзали, Казвин и далее Персидский залив и Индия, мы встраиваемся в структуру международного транспортного коридора «Север-Юг», который сегодня, безусловно, очень важен для Российской Федерации, да и для всего этого региона. Меморандумом сотрудничество с Ираном не ограничивается. В копилку соглашений добавилось сотрудничество с «Рус-Иран-Экспо». Компания будет помогать в продвижении и поиске партнеров и покупателей для ульяновских товаропроизводителей на рынок Ирана. Также в Иран планируется по логистическому каналу поставлять зерно. По, сказать, транзиту уже сейчас идет 3-4 миллиона тонн. Через год я планирую, ну не то, что я планирую, просто предполагаю, что это будет уже 20-30 миллионов тонн. А судя по всему, что возможно, что даже дорастет в ближайшие годы, я сказал Шишкарев, глава управляющей компании «Дело», до 60 миллионов тонн, и это вполне реальный объем. Потому что транзит через Иран – это всего лишь 40 долларов тонн. Или в пересчете, если на нефть, это 6 долларов баррель. Ульяновские предприятия смогут развернуться в полном масштабе и на маркетплейсах благодаря сотрудничеству с Яндекс.Маркетом. Планируется, что в 2023 году на платформе появится 500 региональных поставщиков с общим объемом продаж в 1,5 миллиарда рублей. Также в рамках сотрудничества будут проводиться обучающие мероприятия по продаже на маркетплейсах. Мебель, одежда, стройматериалы и многое другое предприятие Ульяновска смогут продавать в интернет-магазине. Мы сегодня подписываем соглашение с Ульяновской областью для того, чтобы все предприниматели, которые производят свою продукцию именно в Ульяновской области, могли получить прямой доступ к нашей площадке и получили все эти меры поддержки, которые мы вместе с Ульяновской областью для этого будем предпринимать. Через фонд развития промышленности, через фонды, поддерживающие здесь предпринимателей, вместе с Ульяновской областью будем активно работать над тем, чтобы как можно больше локальных продавцов, локальных производителей получили свой доступ к миллионам покупателей по всей стране. Также в заключительный день форума поблагодарили и вручили награды предпринимателям Ульяновской области, оказавшим гуманитарную помощь жителям Донбасса и мобилизованным гражданам региона. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Управда ТВ.